Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, крошка-крошка, снеговик. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Здорово. Всем привет. У нас очень классная карта на выживание. Здесь полный рандом. С середины карты вылетают очень тяжелые кубы, которые ломают постройки, на которых мы сейчас прыгаем. И внизу находится лава. Ну, тут полный рандом. Я не знаю, что получится. Если вы пьете игрушки, приятного аппетита, а мы будем выживать. Знаете, что тут самое главное? Надо следить за кубиками, куда они летят. Вот смотри, видишь, я не уследю за кубиком. Давай, 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 аккуратно, Фокси, Фокси, сюда, сюда. Есть, есть, двойной прыжок сработал. Отлично. Ты видел, как он разрушился, прикольно? Я же заговариваюсь, потому что эпично получается у нас. Так, так, так. Смотри, смотри, куда кубики летят. Фух, рядом, рядом, рядом. Так, туда летите, сюда не летите. Не надо нам мешать, это не бочки вонючие. Я живой еще. Так, о, меня поставили на кубике, который целый. Выживаем дальше, пацаны. Так, смотрим, смотрим внимательно за кубиком. Летит в наш. Нет, это рядом было. Так, смотри, смотри, смотри. Еще раз, да что ж такое? Очень стрёмно. Карта очень опасная. Только касайся, даже до земли не долетаешь, и ты умираешь. А я стою на этой штуке полуразрушенной. Если что, я успею прыгнуть. Не, не надо. Я еще выживаю. Берем бочки, кидаем в него. Кидайте в Димаса бочки. Так ты что же будешь скоро выживать? Я тебе буду западло делать. О, пацаны, вы сейчас умрете. О, пошатнулась, ваша конструкция шатается, пацаны. Осторожно, лови равновесие. Фокси, иди на правую сторону. А я рукобоб, мне хорошо. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Мини-геймс, так что можете в поиске найти в воркшопе и поиграть. С друзьями вообще классно. Но пока мы тут полный рандом играет. Не шатай, не шатай, не шатай. Ой-ой-ой! В мою сторону, ой-ой-ой! Перепадало, так, жестко. Для платформы, да, там? Но сейчас мы тебя устроим. Нет, я хочу жить! Полин, а где бомбежки. Ты? А где ты? Я тебя не вижу. А я уже умер. А я уже умерла. Осталось две платформы твои. Ой-ой-ой, пацан, прощай. К успеху шел. Ух ты, рядом, ты видел? Что? Пацан, давайте сюда на лестницу, на самый верх. Запрыгивай, запрыгивай. Четенько все. Пацаны, ну что, давайте, обнуляя карту. Чинь, прописываю в стоп-саунд. Давайте, все. Чисто двойной прыжок и на умение. Давай, нот, сюда. На стойку. Кто первый проиграет, тот значит не умеха. Ладно, не считается за первый. Да подождите, как-то сильно быстро. Да это совпадение. Блин, так карта специально мне западло сделала. Ух ты, рядом как все падает. Знаете что, карта разрушается и не лагает. Просто 60 кадров всегда выдает. Не знаю, как у вас, но у меня четко. Чикарно. Чикарно. Смотрите, смотрите, в нашу сторону летит. Кубик, кубик, отвали от нас. Дерево, офигеть. Дерево. О, давайте по стойкам попрыгаем. По стойкам сможете попрыгать? Да какой тут прыгать? Вы даже тут давай, смотри. Красава, ты шатаешься. Давай, давай. Лови. Блин, это жесть. А я сюда прыгну, так как у меня есть... Бочку. Говно, еще прям в меня. Вы видели, как это было эпично? Тихо, 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 Димас. Тихо. Где ты, Димас, лови. Двойной прыжок использую, Димас, пацаны, лови, как лови. Могу. Да как так-то? А что вы мне кидаете? Красные бочки. А, ну хорошо. Ты что тут взорвал? Давай. Обстоятельства. Какие обстоятельства? Классная отмазка, мне нравится. А я себе в домике живу, мне здесь тепло на балкончике. Потому что там внизу лава и жопа горыть. Третий лишний, пошел вон отсюда. Я вижу, я к тебе. Блин, не хватило тройного прыжка. А, двойной же. Ну ладно. Тихо, тихо, тихо. Так, где там Димасня? Я выживаю. На столбе. А кто стреляет по стартах? Пушка я. Там просто так стреляет пушкой. Так, подождите, кто подождите. Читер? Тут, кстати, очень большой шанс. Лови. Ой, почти попал в тебя. Ух ты! Что снеговичок за звук? Сам себя взорвал. Эй, да ладно. Снеговичок еще не осталось. За платформы. Димас, лови. Мы тебя смотрите. Сваем. Ой, эта штука исчезла. Они теперь просто вылетают? Что за баги? Димас, привет. Они теперь просто влетают. Димас, ух ты, жлоб. Выживет лучший.
Ну то есть сильнее. Тут рандом полный вообще. Ну это не вообще. Ты, конечно. Давайте правда, смотрим внимательно, куда летят кубики, чтобы успевать уклоняться. Так, все в ту сторону. А мы здесь тащим. Ой, знаете что, я книжки почитаю. Здесь реально крутые книжки в библиотеке. Ой, что-то шатается. Тихо, тихо, реально. Ой-ой-ой, бочка, говно. Это наши бочки. На. О, ух ты, рядом чуть мою штуку не разрушила. Ой, что-то шатается. Давайте сюда прыгнем. Немножечко сыкотно. Попутешествуем по этим колоннам. Время приключений. Ну да, мне нравится. Димаш, у нас остается сильнейший, да? Ну да, то какая-то ле... Ой. О, быстрее, быстрее, быстрее! Сильнейший у нас. Быстрее, быстрее, сюда! Читор, читор. Отлично! Даже сюда. У нас сильнейший. Ой, почти поймал. А видимо, прикольно. Зачем прям передо мной вставать? Димас! Ух ты! Кабака это в лицо мне прям! Ничего! Опа, я все переломал, а не выстрелил! Так нечестно! Блин, прикольно! Я знаю! А это не я, но само. Хорошо! Мне понравилось, давайте еще разок. Давай. Давайте опустим эту штуку, только не делайте ей ничего. Давайте с опущенной. Во! Короче, сейчас будет немножко другой рандом, так как будет, наверное, сразу в ножки нам вылетать. Ну я не знаю. Проверяй. Потом уже взрывает. Начинается. Димас, ты падаешь. Димас. Да? Не, я не буду падать. Димас, сюда, Димас. Эй, эй, эй. Точно не будешь. Блин, чуть-чуть. Ладно, я проиграл. Да блин, еще разок. Нет, да блин. Я был. Ладно, проиграл. Я считаю, что там был проигрыш. Ну как-то жестко. О, доски лежат, можно по ним ходить, наверное. Облом, снеговик. Ого, я когда эту штуку опустил, она по-другому стреляет. Карта быстрее разрушается. Я перебегать успеваю. Ой-ой-ой. Я разбомбил. Это какой-то вообще вакханалистическая серия, мне нравится. Димас, смотри, где я, посмотри вниз. Ребята, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Всегда записываем какие-то прикольные идеи и веселые ролики. Я еще живой. И я живой. Ну как живой, я умер несколько раз, но в данный момент, я мне кажется, привет. Рандом на моей стороне, пацаны. Вон, я рядом с тобой. Да? Мне кажется, вон. Прощай. Двойной прыжок не сработал? Сработал двойной прыжок! Блин, я не долетел! Блин, еще б чуть-чуть! Смотри, я смогу туда до сундука допрыгнуть? До сундука, до сундука. Давай я пусто, что это моя прыгать. Блин, надо было конт. Ах ты, дерьмо, и упала! Тебе назло, давай ко мне. Давай я к тебе пролечу. Все-таки давай повыживаем здесь. Я прям на шкафах буду стоять. Вы уверены, что вы там будете? Осторожно! Осторожно. Ой, он дрожит. Кстати, а если прыгать по ней, она расшатается или нет? Походи. А ну если прыгать вот так вот. Зачем ты мое дерево тронул? Не, оно не ты шатается. Зачем мое дерево тронул? Ой. Тихо, тихо, тихо. А я к вама. А я к вама. А мы дерево тронули. Мы слишком толстые. А я вашу платформу сдвину, хорошо? Надо. Ух, тебе сколько кубиков вылетело? Я своим весом вашу платформу сброшу, да? Не, не надо, не надо, ты жирный. А если мы все в одну сторону встанем, вот в уголочек здесь? Давайте, будет играть? Да. Давайте проверим. Физика, да, будет играть. Прыгаем. Он шатается. Не, пацаны, что-то не работает. Сильно не такая прочная. Давайте на вот эту платформу косую встанем все. Ну, давай. Ой, она от меня уже подшатается. Давайте все в уголок. Кто не сыт? Я су. Прощай. Прикольно. Это было прикольно. Короче, не хочет она что-то к нам лететь. Я знаю один способ, чтобы она к нам прилетела. А ну. Оставь только наш уголок. Вот так вот. Так, самый умный. А что ты? Смотри, 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 сейчас к нам полетит. Смотрите, пацаны, ждите, ждите. Самый умный. Сейчас, 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 сейчас. Ух, 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 сколько их там уже накопилось. Мы давление создаем из кубиков, а потом оно выплевывает. Слышишь, как дрожит? У вас тоже, да, камера, этот, карта дрожит? Да, 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 да. Смотри, пошел фонтан. Нифига себе. Сейчас и к нам долетит, я уверен. Они летят. Не, не долетит. Во, смотрите, кубик смерти. Кубик летит, кубик. Осторожно! Рядом, это было рядышком. Димас, может ты отойдешь назад? Не, я несу, я успею прыгнуть. У меня тут обходные планы на дерево. Дерево мои друзья. Лучшие, да? Лучшие друзья, да. Плохо нельзя зафризить эту штучку. Летит, 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 смотрите! А если в лаву бросить бомбу, мне кажется, любая взорвется сразу, да? Наверное, давай проверим. Я готов ставить бомбу. Ух ты! В лаву кидай, она сама активируется. Бомба!
ты! Вот теперь я увидел, как их все снесло. Ты видел, как оно начало? Да-да-да. Их прям подбросило в небо и начало швырять. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!